«Цвета Победы». В Ивановской области стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка». С 24 апреля волонтеры будут раздавать эти символы Победы на главных площадях города. На территории Ивановской области будет раздаваться более 40 тысяч георгиевских ленточек. То есть в каждом районе, в каждом городе, в каждом поселении. И Иваново не исключение. Это рассказать молодому поколению, то есть донести до него ту роль, которую сыграли наши дорогие ветераны, ту доблесть и славу, которые они завоевали нашу победу. На торжественное открытие акции пригласили ветеранов Великой Отечественной войны, и они охотно поделились воспоминаниями с молодым поколением. Сами волонтеры уверены, лента – это дань уважения ветеранам и их подвигу. Вот этот маленький символ, как георгиевская ленточка, да, она как раз и обозначает то главное событие, которое происходило, да, и тем самым люди, когда вешают около сердца эту георгиевскую ленточку, они показывают, что они гордятся и помнят свой народ, который положил свою жизнь. В этом году вместе с лентами волонтеры будут раздавать специальные листовки, в которых указано, как правильно носить этот символ. Оранжево-черную ленточку принято прикалывать к одежде слева, напротив сердца. Существуют различные способы, но самое главное, нужно помнить, где нельзя носить, да, георгиевскую ленточку. Очень многие совершают ошибку, когда вешают ее на сумке, это запрещено. Запрещено также носить в испорченном виде, вешать на кузов автомобиля. Я считаю, и вообще это принято так, что это не какая-то красота, это символ памяти, поэтому должно быть все четко и строго. Акция продлится до 9 мая. Те, кто хочет стать ее участником, могут отправить заявку на сайт волонтерыпобеды.рф и затем связаться с региональным руководителем движения. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.